Снегопад, снегопад, ты не сыпь мне на плечи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Снегопад над Москвой. Он идет, посыпая снежком. Это снег февраля засыпает Москву. Целый день сегодня, 12 февраля, идет снег. Но это же лучше, чем дождь. Согласитесь? Поэтому, помахав волшебным веником, я решил не допускать дождя и не вмешиваться в процесс небесной канцелярии. Поэтому все отлично, все хорошо, и все монотонно падает на землю. Никаких хлопот и забот. Только главное, чтобы чистили вовремя, а не разводили грязь всякими реагенами. А так все хорошо. У природы нет плохой погоды. Плохая погода только у нас в душе. Поэтому берегите природу и помогайте меньшим братьям. Здоровья всем, мира, добра. Теплая зима продолжается 16-го года. Вот так, друзья мои, и это действительно 12 февраля. И 17 часов 16 минут. И снегопад продолжается. Продолжается, и он будет идти до самой ночи. Итак, здоровья всем, мира, добра. Готовьтесь к весне, она не за горами. И нам не страшны эти снежные потери. Но когда я пойду на улицу, я его, конечно, остановлю. Если сегодня пойду. А если нет, снег до вечера и на всю ночь. Здоровья вам, мира, добра. Прекрасная зимняя пора уходящего февраля. Ведь должен же февраль удивить чем-то. И вот он, никакого сильного снегопада, все прекрасно, все отлично. Настоящая зима уходящего 16-го года. Здоровья вам, мира, добра. Готовьте цветы 1 марта для любимых женщин.